Город Москва. Не хотел, чтобы эта мелодия закончилась. А кто написал эту мелодию? Эту мелодию написал мой друг. И, кстати, она называется «Улыбки». А мне показалось, или в мелодии, написанной вашим другом, где-то за минуту до конца, там были мотивы из третьей части третьей симфонии Брамса. Вы знаете, мне, например, эта мелодия навевает мелодию из игрушки. Па-та-та-та-дам, па-та-та-та-дам, та-та-та. Ну, чем-то не нотами, а именно вот характером, игривостью такой вот. А там были мотивы Брамса, тем не менее. Я просто очень люблю эту третью симфонию. И мне показалось, что вот это было специально вкраплено. Все замолчали. Кстати, если вы позволите, я представлю вам этого друга. Можно представить? Брамса. Брамса, представьте нам, пожалуйста. Илья Муртазин, «Эндорфин». Очень приятно. Спасибо. Я никогда не видала таких скрипочек. Я скажу «да». Да, говорит спасибо. Татьяна Никитишна. И не стоит забывать, что этот коллектив продал все свои автомобили, чтобы приобрести эти скрипки. И это правда. Да, это правда. Мне вообще нравится, как начался последний отборочный тур. Мне понравился и предыдущий номер. И мне очень понравилось выступление трио. Я говорю «да». Да. Спасибо вам. Александр Евгеньевич, а вы в жизни продали какую-нибудь автомашину, чтобы купить какой-либо инструмент? Чтобы купить скрипку. Я продал шестерку «Жигули» в свое время, чтобы снять клип на одну Я песню. Я думал, вы скажете, чтобы купить губную гармошку. Для вас, чтобы купить губную гармошку, Гарик, я готов продать все, что угодно. Вот. Я не так увлекаюсь Брамсом, да вовсе им не увлекаюсь, как Татьяна Никитична. И мелодия вашего друга мне... Обиженно сказал он. Нет, что вы. Мелодия вашего друга мне понравилась гораздо больше. Чем всякие там Брамсы. Да, чем всякие там Брамсы. Потому что в ней для меня больше, чем у Брамса, было жизни. И это наш вечный спор с Гариком. Так ли важна мелодия, если есть номер и мастерство? Вот важна. Я считаю, что мелодия решила судьбу этого номера. Ребята играют на скрипках. Наверное, есть музыканты, которые играют получше, может быть, кто-то похуже, но в целом сложились действительно три очаровательные улыбки, которые мы видим на сцене в виде музыки и людей, да. Спасибо вам большое. Тогда и автора на сцену надо присоединить. Да, я знаю, но присоединить.
добавить его к этому номеру. И это означает, что сегодня в последнем отборочном туре трио «Галактика» получает шанс. Если вы, уважаемые телезрители, проголосуете за них, то мы их, скорее всего, увидим в финале «Минуты славы». А пусть и автор и композитор тоже поднимется на сцену и уйдет торжественно давать интервью.